Всем привет, меня зовут Воуч, и это канал Heroes Charge, новости, советы, тактика. Пришло время встретиться с сильнейшим злом всея Heroes Charge. Взглянуть в глаза страху, который преследует всех игроков, начиная с 23 уровня. Перенести бой сильнее, чем от сразу 17 деталек лего, намертво впившихся в ногу. Испепелить не один десяток табуреток. Столкнуться с древнейшим злом. Женщинами. Как вы уже поняли хотя бы по названию этого выпуска, сегодня мы будем разбирать прохождение 8 сложности поединка Валькирий. И несмотря на то, что там существует несколько способов прохождения, подробно разбирать я буду только один, так как, на мой взгляд, только он обладает некой логикой и здравым смыслом. Для успешного прохождения на 3 звезды вам потребуется военачальница, желательно с легендой, маг смерти, манипулятор, королева проклятий и дух мести. Каждый желательно иметь уровень улучшения не меньше 2 оранжа. Исход первой волны определяется в первые секунды боя. Результат будет положительным, если маг смерти успеет кинуть сало на вражеского духа мести до того, как та успеет ультануть. На более высоких уровнях ситуация обстоит хуже из-за того, что маг смерти сразу же заряжает духа мести своей стаей летучих мышей. В этой ситуации придется ловить рандом до тех пор, пока ваша королева проклятий не оглушит духа мести с первого же удара. После этих нехитрых манипуляций остается только сохранить большую часть здоровья ваших героинь, а также накопить максимум энергии для следующей волны. На второй волне сходу ультуем всеми, кроме духа мести, после этого ждем, когда наш манипулятор использует знак судьбы, и под конец его действия все-таки ультуем духом мести. Добиваем оставшихся противников и идем штурмовать третью волну. На третьей волне повторяем процедуру. Опять же ультуем всеми, кроме духа мести. После этого ждем, когда наш манипулятор использует знак судьбы. И под конец его действия все-таки ультуем духом мести. После чего ставим автобой и молимся всем богам рандома. Потому как если хотя бы одно из контролирующих умений не найдет себе цель, то можно смело начинать сначала. Ну вот, собственно, и не так страшен черт, как его малюют. Конечно, вышеизложенный способ не единственный. Можно заменить военачальницу на адмирала, а духа мести на голос глубин. Но сама методика прохождения от этого сильно не изменится. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Увидимся в следующем выпуске.